Хорошая новость для поклонников Сиренай Сарикая. После затянувшегося перерыва актриса возвращается на экраны в новом проекте и в довольно необычной роли. Что же нас ждет? По информации сайта Oidaan Dizzy Doctor'у, Сиренай Сарикая, которая в последнее время появлялась на страницах турецкой прессы с новостями о бурной личной жизни, на этот раз порадует поклонников своими новыми проектами. Актриса готовится вернуться на экраны в фантастическом сериале, который будет напоминать знаменитую вампирскую сагу «Сумерки». Выйдет ли сериал на телевидении или же на интернет-платформе, пока неизвестно. Однако напоминаем, что ранее сама Сиренай говорила о том, что у нее есть новый интернет-проект. Так что, скорее всего, речь идет именно о платформе. С другой стороны, весной Сиренай Сарикая приступит к работе над фильмом о знаменитой певице Берген. Похоже, финансирование создателей картины, из которой ушла главная продюсерская компания TAF Pictures, все же нашли. Все подробности нового проекта звезды нам обещают сообщить в самое ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.